Генеральный партнер кухни «Атлас Люкс». «Атлас Люкс» для тех, кто ценит вкус. Привет! Добро пожаловать в школу маленьких поварят. У нас вместо класса – кухня, вместо доски – плита, у нас не ставят двойки и уроки у нас вкусные. Сегодня мы с вами будем готовить фруктовую пальму. В этом мне помогут мои маленькие герои. Сегодня у меня в гостях мальчик и девочка. Давайте знакомиться. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите мне, пожалуйста, как вас зовут и сколько вам лет? Меня зовут Артем, мне 6 лет. А чем ты любишь заниматься, Артем? Я люблю заниматься акробатическим рок-н-роллом. А что это такое? Расскажи. Вот я, например, не знаю. Там танцуют в паре. А с кем ты в паре танцуешь? С Дианой. С Дианой? Здорово. Давай знакомиться с тобой. Меня зовут Даяна. Сколько 5 лет. Даян, чем ты любишь заниматься? Рисовать. Отлично. А что ты любишь рисовать? Кошек. Кошек любишь рисовать? А у тебя есть домашние животные? Да. Отлично. Мы познакомились с детьми. Сейчас они будут искать фрукты на нашей прекрасной кухне, и мы будем готовить. По ходу мы еще узнаем что-нибудь интересное. Фрукты мы нашли, все у нас на столе, и сейчас я вас научу готовить фруктовую пальму. Так, дети, начинаем чистить мандарины, я пока порежу банан. Артем, расскажи, пожалуйста, что ты еще любишь делать? У тебя есть домашние животные? Да. Кто у тебя есть без домашних животных? Кошка. Ее зовут Жулька. Как ее зовут? Жулька. А почему такое интересное имя? Не знаю. А сколько ей лет уже? Ей 6. Ой, какая большая. Даяна, а что ты получила на Новый год от Деда Мороза в подарок? Игрушку-кошка. Игрушку-кошку? А что будешь с ней делать? У тебя же есть домашнее животное кошка. Ты еще одну хочешь? Угу. А ты себя в Новом году хорошо вела? Да. Молодец. Ну что, ребят, давайте начнем выкладывать пальму. Из бананов мы делаем стеблёк у пальмы. Давай, Даян, выкладывай тоже банан вот так. Выкладывай вот так банан на тарелочку. Тёма, ты выучил какое-нибудь стихотворение? Знаешь, да. Какое-нибудь стихотворение? Про кораблик. Про кораблик? Расскажешь нам? Да. Матросская шапка, веревка в руке. Тяну я кораблик по быстрой реке. И скачут лягушки за мной по пятам и просят меня: прокати, капитан. Здорово, молодец. А ты когда вырастешь, кем хочешь стать? Моряком? Нет. А кем ты хочешь стать? Президентом. Президентом? А нашей только республики или России хочешь стать? Только республики. Только республики? А что ты будешь делать для города хорошего? Что президентом когда будешь? Повышу зарплату всем. Повысишь всем зарплату? Да. Даяна, ты когда вырастешь, кем хочешь быть? Врачом. Врачом? А каким ты врачом будешь? Кого ты хочешь лечить? Кошек. Кошек? Так это ветеринар называется. Значит, ты хочешь быть ветеринаром? Угу. Будешь кошечек, всех животных лечить, да? А вы знаете, дети, где бананы растут? Да. Где растут? На пальмах. А пальмы где растут? В каких странах? Наверное, где очень-очень тепло и очень-очень жарко, да? В Африке. Отлично. Дети, а скажите мне, пожалуйста, чем полезны мандарины? Какой там самый главный витамин есть? С. Ух ты, какая молодец. А ты много мандаринов кушаешь? А когда болеешь, ты какие фрукты кушаешь? С каким витамином С? Яблоко, а еще что кушаешь? Где еще содержится витамин С? Мандарины. Еще? Апельсины и лимоны.
Молодцы. Вот теперь запомните, когда вдруг заболеете, сразу кушайте эти фрукты. Дети, расскажите мне, пожалуйста, вы дома родителям на кухне помогаете? Маме готовить? Да. А что ты любишь готовить, Даян? Я блинчики. Блинчики? А как ты их готовишь? Ты их только кушаешь и смотришь, как мама делает, или прям помогаешь готовить? Помогаю. Итак, наша пальма готова. Прошу обратить внимание, вот как она у нас получилась. Сейчас дети продегустируют нашу фруктовую полезную пальму, а потом мы узнаем у них, из каких же фруктов мы ее все-таки приготовили. Итак, поехали. Ешьте. Мандарин побольше кушайте. Дети, вкусная пальма? Да. Да. А главное, она какая? Полезная. Да? Да. Вспомним, из каких фруктов мы готовили ее? Из банана, из мандарин и из киви. Отлично, молодцы. Запомнили, как делали? Будете да. дома такую же да. готовить? Да. Итак, наш урок подходит к концу. Спасибо, что смотрели и слушали нас. И помните, школа маленьких поварят всегда открыта для вас. У нас не бывает каникул. И только у нас самые вкусные и необычные рецепты для ваших детей. Пусть у них будет праздник каждый день. До новых встреч! Пока! А вы знаете, дети, где бананы растут? Да. Где растут? Что вы знаете, на чем можно кататься зимой? На коньках. Отлично, молодец, на лыжах, на коньках. Генеральный партнер кухни «Атлас Люкс». «Атлас Люкс» для тех, кто ценит вкус. Стиль ведущий представлен. Макияж Инна Усманова. Телефон 8-965-641-95-61. Прическа. Салон парикмахерская «Изуми». Улица Бигбая, 23/2.